Сегодня на моем канале будет видео. Ого, не тренировочка. Удивительно, правда? Всем привет! Я Redmed, и сегодня я вещаю из своего нового домика. Поздравьте меня с новосельем! Живу я здесь одна, это моя небольшая студия. Здесь у меня своя собственная кухня, где я готовлю для себя самой. И меня очень часто спрашивают: Мадина, что ты ешь? Чем ты питаешь? Что ты любишь есть? Я решила, что отличным здесь решением, которое адресует ваши все вопросы, будет показать вообще мой холодильник, что я держу у себя в холодильнике и в своих шкафчиках на кухне, из чего я готовлю, что у меня там вообще есть. Пойдемте посмотрим, мне самой интересно. А вот и я. Открываем наш сундучок с сокровищами и начну я с верхней полки. Здесь у меня клубничный питьевой йогурт с повышенным содержанием белка. Следующее, здесь у меня сливочный сыр обезжиренный, который я мажу на бутерброды. Это овсянка, просто слишком много сварила остатки. Это греческий йогурт со вкусом кофе без добавления сахара. Ну, яички, думаю, не стоит вытаскивать. Это у меня сок малиново-яблочный с низким содержанием сахара. А это облегченная версия соуса к салату Цезарь, который я добавляю не только в салаты, но и поливаю сверху на мясо. Так, идем дальше. На нижней полке холодильника у меня хранятся овощи, хотя авокадо это орех, ну, отнесем его к овощам. Цветная капуста, оставшаяся после запекания. Баклажан, который я тоже запекала, половинка. У меня просто очень маленький противень в духовке, поэтому туда все не поместилось. Брюссельская капуста — это один из моих самых любимых овощей, которые я обожаю запекать в духовке, с сыром особенно. Ох, идет на ура. Из зелени я больше всего люблю шпинат. Я люблю кушать шпинат не только в салатах, но и тушеным в виде сатэ. Белокочанная капуста, которую я планирую потушить с фаршем. Я не могу пить обычное молоко из-за непереносимости лактозы, поэтому пью неподслащённое соевое. Отличный сурс белка. Здесь у меня лучок, по-моему, лежит. Да. Куриная грудка готовая уже, которую я добавляю в салаты. Нежирный сорт сыра, который я кладу в сэндвичи. А также дешачья грудка. Обычно я беру сырое мясо и готовлю сама, но в магазине была акция на уже приготовленные кусочки, поэтому я решила взять. По контейнерам у меня лежат заготовки на обед. Там гречка, овощи и какое-нибудь мясо. В одном контейнере у меня куриная грудка, а в другом индюшачий фарш. Очень настоятельно советую сразу готовить еды побольше заранее и по контейнерам распределять на несколько дней вперед. Очень сильно экономит время. Также вы уже знаете, что у вас есть готовый прием пищи с отмеренной порцией. Просто взял контейнер и пошел хоть на учебу, хоть на работу. Здесь у меня миска уже готовой отварной гречки. Ну и куда же без ягод и фруктов? Это голубика, моя самая любимая ягода. Клубничка. Ягодки я ем в основном на завтрак или на перекус. Нужны ведь витаминчики. Здесь у меня стоит еще один йогурт. Легкий кокос, какой-то тропический. И две пачки творога. 0% и 4%. За границей сложно найти творог, как у нас, потому что они не едят творог. Но если поискать в польских или русских магазинчиках, можно найти наши продукты. Поднимаемся выше. Здесь у меня бананы и кофемашина. Ну, здесь, думаю, все понятно. Я огромный кофеман. Ну так и вот, перед вами моя коллекция сиропов для кофе. Хэштег сама себе Starbucks. А напоследок мы заглянем в мой шкафчик. Здесь тоже много всего интересного. Это баночка миндального масла. Я люблю мазать его на хлеб или добавлять в кашу. Вот эта непонятная штуковина — это ваза с капсулами для кофемашины.
Разные цвета наклеек сверху обозначают разные вкусы кофе или разные разновидности напитков, например, латте, капучино или даже горячий шоколад. А это целое ведро кокосового масла. Ними не только готовлю, но еще использую его для разных масочек для волос, например. Оно очень полезное. Это морская соль. А это цельнозерновой хлеб для сэндвичей двух разновидностей. Один с повышенным содержанием белка, а другой с различными орешками внутри. Пакетик кокосовых чипсов. Как говорится, райское наслаждение. Это гречневая каша из польского магазинчика тоже. Незаменимая крупа, которая поможет построить вам тело мечты. Ну и огромный пакетик овсяночки. Причина, по которой я обожаю завтраки. Поверьте, иногда мне тоже хочется чего-то вредненького скушать, но, как видите, у меня там ничего вредненького нету, поэтому даже если мне вдруг захочется перекусить, у меня есть фрукты всегда, у меня есть всегда овощи, творог, йогурт. Поэтому хочу вам посоветовать, если вы начали здорово питаться, во-первых, конечно же, идти в супермаркет сытым, и не набирать всякое не очень хорошее для вашего организма, то есть всякие чипсы, конфеты. Чтобы быть неким соблазном, которому я могу поддаться в 3 часа ночи, например. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось видео и мой костюмчик единорога. Всем пока, всех люблю, ваша родная. Это было эффектно. Теперь у меня есть место для того, чтобы снимать больше рецептов. И вообще, эта квартира, это просто мечта видеоблогера, потому что у меня светлая сторона, и свет просто идеально падает, поэтому будет больше разговорных видео. Если мне захочется кушать 3 часа ночи, я съем творог.